Привет, ребят! Сейчас мы подошли к Ане Фодоровой. Это лидер, сапфировый директор вместе с мужем, с Сашей. Саша работает, Аню мы забрали к себе. Задать ей несколько вопросов. Аня, готова? Да. Хотела бы первое спросить, до компании Oriflame где-то путешествовала? Нет, до компании Oriflame не путешествовали. Первая наша за граница была без компании Oriflame. Сколько было уже конференций? Четвертая конференция. С мужем путешествовали? Да, вместе с мужем. Каждый год медовый месяц. Супер, это классно. Машки пошли, да? Так, лучше тебе вопрос. Анечка, что больше всего ты ценишь в компании Oriflame? Так, опустим, да, премии. Немножко. И очень многие не находят в себе силы продолжить двигаться дальше. Они не понимают, с чего начать. У них реально, вот как бы банально это ни звучало, опускаются руки. Вот что вам помогло начать все с нуля, имея уже такой уровень в компании, и двигаться, и сделать такой просто ошеломительный результат? Девочки, знаете, как вам скажу, всегда партнерам тоже своим говорю, я думаю, зрителям тоже можно проверить себя, да, на такой момент. Как много у меня других вариантов, где меня такую красивую ждут и будут мне. Вот в прошлый понедельник мы забрали две Kia Sportage, то есть где меня ждут, да, где меня ждут, чтобы отправить меня на Майорку, да, на вот эти вот все бухты нереальные. Я такой воды никогда в жизни не видела. Мы вчера были на бухте на какой-то секретной, ну, там очень маленькая проходимость туда, да, не будет экскурсии. Там вода, ну, как бы сильнее, чем в бассейне. То есть я в жизни такой не видела воды. То есть где меня так красиво ждут, да, и вот это вот все мне в пакетике, да, вот так вот себе ставят. То есть мы понимали, что только с Oriflame. Да, с нуля, да, да, больно, но реально возможно. И плакали. Честно, даже плакали, да. Даже плакали. Потому что, ну, ты как, когда ты не можешь повлиять, вот ты правильно сказала, да, что есть ситуация, когда ты можешь влиять, да, и тогда вопрос там, что мы делаем, как мы делаем, еще какие-то. А когда ты не можешь повлиять, да, еще последний вопрос. Ваня, сколько купальников? Три. По скромникам. Да, очень крутые возможности.